В России стартовала межнациональная эстафета под заголовком «Про РФ, про Россию, про тебя». Сегодня после Псковской области эстафету приняла Якутия. В рамках события республику с рабочим визитом посетил замруководителя Федерального агентства по делам национальности России Павел Семенов. Добавлю, что первая патриотическая эстафета проходит в 8 федеральных округах страны, и Якутия представляет весь Дальний Восток. Продолжит Любовь Васильева. Про Россию, про тебя – это первая патриотическая эстафета про героев, про любовь к родине и про дружбу народов. Очень хорошее впечатление, конечно. И я думаю, что каждый уважающий себя человек, то есть гражданин России, обязан знать о своих героях, то есть героев России. И призываю всех участвовать в этом акции. Фотовыставка «Герои России» дала старт в республике всероссийской патриотической акции. Фото и видеовыставку о героях открыли в парке музея «Россия. Моя история». На выставке представлены фотографии и биографические справки, посвященные 54 героям России, награжденным посмертно. Героизм, подвиг – это, скорее, чувство, понятие, наверное, наднациональное. Ведь те слова, с которыми они уходили, погибали, защищая нас от, вот, последние годы от терроризма, ведь они были какие? Это за вас, ребята. Да? Живите, работайте, братья. Вот эти слова, они ведь не имеют времени. Масштабный проект организован Федеральным агентством по делам национальностей. Участниками межнациональной эстафеты станут 8 федеральных округов страны. Выставки, флешмобы, тематические встречи должны помочь активной творческой молодежи, гражданам самореализоваться и пробудить общественное самосознание. Патриотизм, по-моему, это жить ради своей семьи, ради своих родных, близких, уважать родителей, уважать дедушек, бабушек, старших, историю, культуру и традиции своего народа, работать и служить ради своего поселка, города, региона, страны. Далее студенты и представители Ассоциации народов республики приняли участие во флешмобе, посвященном флагу России. Несмотря на то, что на улице сегодня было очень холодно, участники выстроились в живую надпись «Про РФ» и дружно спели гимн Российской Федерации. Замечательное мероприятие. Надо, чтобы они проводились почаще, так как у людей пропадает патриотизм, и его надо воспитывать. Я патриот своей Якутии и вот активно принял участие. Было очень холодно, но у меня появилась энергия, возможность. Все? Я счастлива, что участвовала в такой мероприятии, вот акции. Всех участников и жителей столицы поздравил руководитель региона Егор Борисов. Сегодня молодые имена делают будущее нашей республики, нашей России. В Содружестве народов сила. Якутия участием в этой акции внесла свой вклад в укрепление межнационального единства. Главное, мы увидели, что каждому участнику акции не безразлична история своей страны, героев своего поколения. Далее якутяне передали эстафету патриотизма Волгоградской области. Любовь Васильева, Василий Слепцов, Якутск.